нас 4 губернатора от свищ. Вероятность появления лидеров 52%. Так можно получить все корабли по войне хотя бы там. Лидер. Но мы сейчас поставили Академию. На Персео 3. Все, вот командор возвращения. Штурм был явно. На корабле 3 Лиан было. Его лучше на было вообще. А на линкор его ставить? Во-первых, линкора еще нету. Хоть он и третий запущен. Он появился. На Риша. Вот Редерик получил 4 уровень. Вот контр-адмирал. Но только в начале. Новый уровень на земле ходит. Куда его назначить? Только на десантник. Что вообще дает? Он зачем? Зависит плюс 40. Просто непонятно, дает он, например, со своего корабля, как управляющий там. Как командор. Командор, который десантник руководит. То есть бригада там плюс 40, которая с ними находится. Эти бунлетел и там 4 десантных корабля. И конкретно он на один вообще десантный корабль. Хищник. Что функции-то? Десант флот, а боевой уровень наземных войск. А с его назначить? А можно назначить, возможно, там здесь наземная войска. Ну это вот эти танки роботы, а когда его. Да его. Ну предлагает вообще такой корабль. Допустим. А он там на флот пилот. Эсминец. Ну подумать. В общем. Изула как контр-адмирал имеет сразу прямые усиления на все. Вооружение плюс 16 бывшим маневром. Это оружие. Процент 2. Командор ему еще немножко там развяливает. Защита флота случила оружие плюс 30. Или более вот он. Летит сюда. Атака. Ну вообще выглядит полезно. Насчет того десантника, я не знаю. Это когда, видимо, если у вас мало десантных войск, его назначить, то, конечно, фиг не знаю. А, там было указано, допустим, роботы. При обороне имеют на 20% выше эффективность, чем там. А десант пехотный, по-моему, к чему приравнивается? Тяжелая пехота. Так, вот.
переносить дату гражданских людей. Так, космическая броня. Сейчас они вообще ничем не важны, так у них 500 хил. Это уже там одно. Вернее, у десанта 500, а у этих не видели. А у нас только такая какая-то эффективность. Маленькие не крупные. Тут. Ну, нам через верх. Там 5, а там 3, поэтому 4 тут. Вверху. Чего там игра казарма? Два обслуживания. Ну, ТР-2 вообще бесполезен пока что. Не понятно, что это делает. А у них нет вообще тут ничего. Генераторы они. У нас есть влияние ассимиляции. Не все ассимиляции. Надо решить. Мы сразу две ассимиляции и генератор. Если купить генератор, ничего не будет. За 14 туров пока кто. Биосфера можно прибавить. Сразу наука. Еще система управления погодой надо использовать. Соответственно, на планете устойчивый подробный климат. Повышает уровень производства продовольствия. Отменять ли он климат, насколько? Засушливый на куда? Болотишь. А нам ищет производство. Надо все-таки ускорить. Крупные. Генератора для кого сюда не помещает. Что стали, надо только чуть-чуть его пронизать. Что население подрастет, будет больше. Ракетная база. Что с оружием надо сделать? Робофабрика. Казарм он как бы показал этот планетарный щит. Планетарный ход. Не очень быстро не будет.